Добрый вечер. Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Ирина Хануни-Крамбальская. Не разминулись на перекрестке. Два микроавтобуса столкнулись на пересечении улиц Грекова и Сурик. Как минчан приучают к экономии и бережливости, где в городе время остановилось и какой столичный дом превратился в импровизированную галерею? Ответы на эти вопросы у нашего дежурного по городу Ольги Волосовец. Попасть к врачу станет проще. Практически во всех детских поликлиниках до конца года установят Навели порядок. Сегодня в рамках месячника по благоустройству города прошел молодежный субботник. Проблема парковки в столице будет частично решена. До конца года город получит 20 новых. Компьютерная грамота для пожилых. В московском районе пенсионеров познакомят с современными технологиями. Сейчас специалисты территориальной. Когда старость в радость, в сегодняшнем опросе наши корреспонденты узнали у минчан, чем бы они хотели заняться на пенсии. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи!